8 июня 2021 года. И вот я сегодня приводил в порядок вермишептик металлический номер 5. И видим, что если вот эта западная и южная стенка относительно ровные за счет того, что здесь есть стяжки вот такие, не дающие ей растолстись и стягивающие обратную сторону, то видим, где-то стяжки нет, вот она порвалась или я ее разрезал, то соответственно эта стенка сразу была растерта биогумусом. И вот наверху я сегодня вилами перекопал на глубину примерно 25 сантиметров с одной лишь целью выбрать ленточки, оставшиеся от картона за многие годы. Вот видим, такая вот упаковка ленточек набралась, килограмм 5. И, соответственно, здесь выровнял все. И чтобы не двигаться к самому краю, где распирает компостер, вот видим, как распорва, я поставил деревянные бортики, предварительно забив такие трубы. Бортики обернул в несколько слоев пленки и теперь готовлю ломки для тыквы. Для чего? Вот сюда высыпаю очистки бананов и до полного насыщения здесь укрываю все листьями и теперь поливаю. После того, как все как следует польется, укрою остатками картона. Вот как здесь уже где полилось. И, соответственно, после этого укрою уже целыми кусками картона. И тогда уже можно будет делать ломки для свеклы, морковки посередине. Какой-то обычный дело делаю. Ну а вот с этой южной стороны посажу 4 куста тыквы, рассады которой уже подрастает с теплицы, и плеть их пущу вот на это куски железа и прочее. Положу сюда ветки деревьев, по которым тыква будет хорошо плестись и также будет просто свисать со стенок с западной, вернее с восточной и с южной стороны. Вот такие вот планы у меня на завтра, а на сегодня, пожалуй, уже все завершено. Остается только полить этот картон, чтобы его ветром не унесло. Ну и, как видим, там, где я буду ходить, здесь уже дорожки более из более плотного картона. Вот такие вот трубки картонные, намоченные, расплющенные, на которых временно пока располагаешь во время полива. И вам таких же успехов в подготовке грядок к высадке тыкву. 9 июня 2021 года. С вами Виктор Дулин. И вот сегодня я завершаю высадку 5 тыкв на этом 5-м вермишептике. Вот он так
выглядит с севера на юг вид, и застелил его картоном в несколько слоев, вырезал отверстие, и точно так же, как я сажал кабачки на вермишептике номер 8. И теперь только осталось вам показать, как я посажу крайнюю тыкву. Вот 4 уже посажено, и вот крайняя. Вылил в лунку из биогумуса жидкий биогумус. Теперь достаю само растение тыквы и вот так в жидкий биогумус опускаю. Теперь только остается пролить это сверху гумусом, и на этом посадка завершена. Ну и пока листья маленькие, можно не бояться, что они будут обожжены вот этими покрышками, поскольку здесь такая полутень.